Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии ФФА на четверых. Если вы не смотрели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу. Всем же остальным приятного просмотра. Верблюдов, но все еще ни одного не построил. Убил. Все еще не построил. Да, ну, походу, вовремя я пришел. О, есть один. Слушай, ну этот берсерк, конечно, это мне в тему подарили. Да, зверь какой-то. В плане того, чтобы нападать на города, он же не тратит ход на разграбление, ходит на три клетки. Такой слегка отморозок. Может, хватит уже? Даже, знаете, что статуи Зевса. Быстро у меня укрепление религии. Так. Thank you.
Медину, пожалуй, сожгем. Везде строят этих верблюдов. Ну, теперь-то послабее, конечно, но все равно. Не, это я правильно строю, кстати, голиасы. Что эти города, боюсь, сложновато будет брать. Еще один берсер какой-то есть. Нет, это все тот же. Он реально берсерк, видишь? Хотя, наверное, Багдад и так возьмется. Джеронимо. Thank you.
Так, сколько у него осталось городов? Ну, вот, собственно. Мекка, Назрань и Куфа. Может, Багдад оставить? Давайте-ка ставим Багдад. Тем более там мастерская есть. Я сейчас смогу построить здесь вот эту штуку. Вот она вот. В Аргасе следующим ходом достроится. Нормально они так соединены. Вот Куфу можно сжигать будет. Чего? Через стену ты уже не попрыгаешь, но со своими разгуливаться. Так это я его атакую, а не он меня. Ну ты даешь. Ну я что не вижу, говорю, прошу, 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 прошу. Дайте, говорю, посмотреть.
Какая арабия? Печалька, не успел выйти. Да, слушай, я, честно говоря, думал, что я немножко опоздал. Ну, буквально на хода 2, наверное, или на 3. Да, примерно так. Ну что, мы будем продолжать играть? Или, может, мы уже распределим места? А? Это, Леша, ты предлагаешь мне занять второе место? Ну да. А ты думаешь, у тебя будет... Есть шансы, да? А, думаю, да. Ну, блин. Из-за тебя придется играть. Меня ты... Ну как, до меня ты не дойдешь. Зато сейчас я буду развиваться только в дорогу. Ну а почему ты думаешь, я не буду развиваться? Я как города арабы себе забираю, например, а не сжигаю. Ну, я думаю, мы долго тянуть время не будем. Походим по-быстрому. Я думаю, 50-60 ходов там будет все уже точно ясно. Если я не буду догонять по науке, ну то, конечно, нет смысла. Но я думаю, что я буду догонять. У меня мои города еще около гор стоят, я тебе так намекну. Да всегда пожалуйста. И вообще, я сейчас национальный колледж построю, и все, хана тогда всем. Да я тут постою просто. Так, Дамаск какую-то херню начал строить. Так, а что там в Мекке за чудеса? А, колосс. Колосс — это круто. Так, сколько городов у... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь.
Знаете что, надо ему войну объявить. У нас, по-моему, я ему, по-моему, там счастье даю. Собственно, он мне тоже дает. Я потеряю где-то 6 счастья. Ну, зато и он расти перестанет. Да, кофеопа тут не пройти прям. Ну я с моря смогу города Сангая вроде захватить. Кабул, конечно, классно стоит.
Так, мне нужен Нотр-Дам. Кабул, походу, не берется. Я бы мог генералами что-нибудь там начать продавливать. Да, у эфиопа. А, надо быстрее раба выносить, просто не видно реальной тогда позиции с эфиопом. Теперь мне уже жалко, что у нас тут горы, потому что получается, что я к эфиопу не могу пройти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сидней, Квебек и Кабул. Союзники Эфиопа. Сидней хочет ученого. Квебек хочет торговый путь. Это мы все организуем. Квебек какой самый дорогой? 6,2. И Зафин, конечно. Так, а можно уже не плыть. Можно дождаться апгрейда во фрегаты. Thank you.
Не устаю радоваться тому, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS — это электронный справочник с картой города, в котором уже больше 250 городов России и еще 8 стран мира. Недавно у них вышла новая версия, и одна из главных фишек, которая, например, мне очень нравится, то что обновление карты не требует заново загружать приложение. Да-да, динамические обновления карт и каталога 2GIS происходят без переустановки программы. Обеспечения. Так что заходите на 2gis.ru и совершенно бесплатно скачивайте справочник для нужного вам города. Ну что ж, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Ну что, дуэлька, да? Да. Удачно вам доиграть. Да, атомных бомбочек. Хотелось бы сегодня закончить. Ну, блин, сейчас. Ну, час-полтора еще у меня есть свободно. Ну что, амбассадами меняться не будем, да? Не, зачем? По-моему, так себе идея. Ну, какой ты подлый. Ну что делать? Дуэль так дуэль. Нравится минус. Да мне сейчас сгорят ненужные города, норм станет. Спарта. И удалил. А что, и там шансы есть, что ли?
Так, надолго там КВБК в друзья? Ну, вообще, да. Так, надо мне караваны на золото. Коринф Коломбо, Коринф Вильнюс. Блин, зажали. Смешно. Не захватил рабочего, зато зажал. Рабочим захватываю лагеря варваров. Класс. Так, тут постою. Не захватывают рабочего. Обалдеть. Так, ну у меня сколько их голиасов, я имею в виду? Раз, два, три голиаса, да? Ну вот. По производству первый. Вильнюс понесу. Вильнюс как раз хочет эту религию. Так, постоим в Багдаде. Захватили все-таки рабочую. У меня городов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У него 9.
Так. Караваны на деньги у меня тут строятся. Хорошо. Дороги надо поубирать. Блин, да мне этих берсерков... Надо плыть берсерками к Эфиопу с другой стороны. Тупо. Что у него тут? Так. Все, я нашел все ГГшки. Так, тут генерал есть, там генерал есть. Так, еще раз, это с Каринфа, да? Или этот у меня бегал куда-то? А, бегал в Каринф как раз. Ладно. Прорвался. Так, он тоже вышел в Ренессанс. В акустику. В общем, по коммерции он решил пойти. Культурки бы ему он хочет. Все понятно.
Так, Элизей тут есть. Отличненько. Ну, поплыли. Так, мне бы еще маяк, конечно, великий, не помешал. Блин, что это вот это за фигня тут? Так, что у нас с наукой? 37-31. Блин, убить могут. Хотя... Блин, надо было разграбить. У него там, ну он в каравеллы еще не вышел, но у него морские города есть, собственно, которые я хочу попробовать захватить. Обратился.
жрачки у него. Ну, он на отжор, видимо, пускает, а у меня-то бегают караваны и на производство. Не, ну уже сейчас арбалетами города не берутся, конечно. Тут как-то... пророк. Хотя, как не нужно, я могу переобращать Багдад, например, да? Так как, блин, эти варвары. Ну, как и говорил, Сикстинскую капеллу строят. Ни хрена себе, 10 ходов. Что, будешь 10 ходов в Сикстинскую капеллу клепать? Чего? Пускай будет, не мешает. Хочет попытаться коммерции деньгами как бы все скупать, то есть пускать караваны в города-государства. Ну, в общем, мне надо как-то помешать ему в города-государства пускать караваны. И на этом... На этом игра закончится, я думаю. Ладно, пойду отсюда. Слабовато. Может пойти пророком лучше переубеждать города, которые, например, Квебек тот же. Вот я могу сейчас к пророкам пройти сюда. Пока мои юниты там колупать будут. Опять
Универ. Кстати, маяк хотел построить. Вот в Спарте построим. Может, кстати, отъесть генералами территорию. Нафига мне эти генералы тут? Отъем вот камни драгоценные. Куда мне надо поставить? А, тут уже моя территория. Вот сюда поставить, кстати. Крепость. Какой-то берег виден вдали. Он, кстати, больше городов не ставит, так, на всякий случай. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, не ставит. Блин, надо бы это сюда ходить. Терял ход. Надо ли мне еще железо? Итак, 21 штука.
Видимо, не надо. Ханой, Вильнюс. Надо Монако переманить и Братиславу. Ладненько, я думаю, наверное, закончим уже на сегодня. То есть ты хочешь не сдаваться, продолжить еще? Ну, конечно, я хочу сдаваться, как по-другому. Не, ну, в принципе, очень долго ходишь, я очень ждать. Ну, у меня дохрена юнитов, я как бы не собираюсь их распускать, а тут городами-государствами занимаюсь, впрочем. Ну, вот я и вижу. Ну, я не знаю, а какие у тебя есть вообще варианты по-хорошему? Ну, по-хорошему, я по науке не сильно отстаю, могу выйти в автократию, как это называется. И вперед, все воровать, что вижу. Зачем? Я вообще планировал во рту выходить и захватывать тебя ртой. Да, тут через рту, тут прохода нету. Я, если бы это было реально, я бы сам пошел. Через Кабул. У меня рядом с Кабулом город Араба. Я думал вообще его сейчас арбалетами взять, но арбалетами муторно. У меня три генерала, понимаешь, тут как-то... Мне два, но это так, поправимо. Ну, напишешь результат, да? Да, и все. Все, спасибо за игру. Спасибо за игру. Ну, тут как бы, я не знаю, у меня
Раз, два, три, четыре, шесть городов, у него восемь. Тем более, что у меня все города научные. Ну, у меня есть возможность его с воды, вот его эту Тагазу взять там. Например, еще где-то столицы Сангая. Ну, мне кажется, тут нету смысла продолжать особо. Все, спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.